предложил министерству, чтобы дети наши как можно больше катались на коньках, умели владеть коньком. У нас в школах, вообще по России, да, есть много площадок, которые зимой не задействуются. То есть это футбольное поле, это футбольная игровая площадка. Почему бы зимой не заливать лед? И, например, в виде урока, одного из уроков физкультуры в неделю дети могут кататься. Естественно, они должны кататься с инструктором, либо с педагогом по физической культуре, либо со специалистом, чтобы это было безопасно. Вот сейчас мы делаем такую промоцию, мы делаем мастер-классы. И я хочу вообще посмотреть, это будет второй уже мастер-класс, хочу посмотреть динамику, хочу посмотреть выражение детей, их глаза. Ради этого мне хочется дальше жить, мне хочется что-то творить, дети улыбаются. Я сам отец, поэтому когда дети смеются, улыбаются, это классно. Что-что. Поэтому мы сегодня опять пройдем какие-то начальные уроки, начальные тренировки, чтобы дети просто понимали, что такое лед, как уметь падать. Сделаем первые шаги. Лед будет длиться полтора часа. Мне будут помогать мои специалисты, тренеры, профессиональные футболисты. Вот. А что касается физкультуры, которую я тоже предлагаю, я взял из разных видов спорта, это уже на полу, да? Взял из разных видов спорта упражнения, их модернизировал. Хочу предложить также Министерству образования и науки тоже методом мастера-класса посмотреть, смогут ли дети, интересно ли будет, или сейчас интересно прыгать через козла и лазить по канату, как было в советское время, либо пропускать уроки. Мне кажется, что моя задача, вообще наша общая задача, чтобы детям было интересно приходить на физкультуру, чтобы детям было интересно заниматься физкультурой. И те упражнения, которые я буду давать именно на полу, это у нас дальнейший этап, да, они будут и в рамках игровой методики. То есть не просто надо заниматься приседаниями. Мы видим, например, девочку в виде танца. Да, мы обязательно должны закалять вестибулярный аппарат, да, то есть делать какие-то упражнения, вот сегодня показывают детям. И посмотрю, как вообще развит вестибулярный аппарат. Потому что это очень важно. Это все идет от меня, это все идет. Когда, например, я занимался фигурным катанием в городе Волгоград, мне приходилось ездить на троллейбусе. Я не мог ездить на троллейбусе, потому что меня укачивало. И в силу того, что когда я начал закалять вестибулярный аппарат, это был такой аппарат, диск, на диске вращаюсь, ну, здесь на льду, это делали упражнения. Спокойно стал ездить на машине, на троллейбусе, на автобусе. Мне кажется, тоже если заниматься с детьми дошкольного возраста, не в школах, то наши просто дети будут крепче, наши дети будут здоровее. Вот моя позиция. Да, вы сказали, то, что еще есть цифровые формы, то есть мало того, что спортом нужно заниматься, это вообще-то всем понятно, да и да, отовсюду говорят. Но вот именно после первой тренировки все видели, как дети реагируют, насколько они это затягиваются. Что мы делаем? Сейчас они, потом дальше. Мы берем, видите, детей, то есть первый мастер-класс мы провели было порядка 200 человек, сейчас примерно то же самое, но это уже берем разные школы. То есть это не одни и те же школы, это разные школы. Поэтому мы приглашаем как можно больше детей, чтобы посмотрели, чтобы дети захотели. После первого урока ко мне подходили родители, говорят, а где можно записаться в школу? Показатель, что детям